Итак, друзья, приветствую на канале Мотковод. С вами я, Юба Кидер. Вот теперь один. Машеньке привет. Хочу такой беглый, ну, короткий ролик, как у нас сегодня пчелки летают. С утра падал дождь, теперь вот немного перестал, и показалось немного солнца. Вон там солнце. И вот так пчелы начали интенсивно летать. Они уже настолько хотят летать, что прям уже не могут. А погода им никак не дает. Так летают. Некоторые пчелы уже возвращаются с пыльцой. А, довольно много с пыльцой возвращаются. С мелкой, конечно, но возвращаются. Сегодня суббота, 31 марта. 31 марта. Завтра должны были начинать делать прививку первую. Этого, конечно, не будет. Вон тут возвращаются с пыльцой. Этого, конечно, завтра не будет. Прививку начинать никто не будет. Ребята, хожу вот полностью, если видно, раздетый между пчелами. Ну, видите, как я близко стою. Пчелы совсем не реагируют на меня. Тут тоже начинают летать. Где интенсивнее, где слабше. Но летают везде. Так что так. О, и тут летают. Тут тоже возвращаются с пыльцой. Возвращаются с пыльцой. Ну, я думаю, может уже. О, так летают, если видно в небе. Куда-то так целеустремленно летят. Там, наверное, есть какой-то. Ну, сзади крыши так получается летят. Наверное, там есть какое-то, ну, место, где есть пыльца, и туда летят. Ну, ребята, вот так, короче, летают у нас сегодня. 31 марта 2018 года. Все, всем пока-пока.